Газерный дом номер 60 по улице Степная, запитан от СТП 62, как по ЦО, так и по ГВС. Вот. Данной сети как бы мы обслуживаем с 2005 года. Собственником сети является муниципальное образование город Балаково. По договору в 2005 году они нам передали их на обслуживание. Вот. К сожалению, как бы сеть уже изношена, как бы, и остальные сети тоже в городе Балаково об этом уже как бы не раз уже говорили и на планерках, и на всех пресс-конференциях. Вот. Но наша задача поддерживать в исправном состоянии сети, ремонтировать их, что это и предусмотрено договором безвозмездного пользования. По поводу тепловой камеры, чтобы было закрыто там непонятно чем, вроде как бы нами установлена заводская крышка, которая выполнена в соответствии с требованиями, закреплена. Вот. Имеет, да, место в городе Балаково как бы хищение крышек. Ну, об этом неоднократно уже заявляли не только мы, и другие ресурсоснабжающие организации. Вот. Ну, эту работу мы ведем. То есть мы в полицию пишем заявление, все это рассматривается. По поводу затопления подвала, к сожалению, не один такой адрес у нас был. Обращались к нам управляющие организации, мы с ними общались и спрашивали, какую работу они проводят по этому мероприятию. Так как согласно строительных норм и правил, та организация, которая обслуживает жилфонд, они должны обеспечить герметизацию ввода коммуникаций надежную. Выезжали на место диагноза, смотрели, да, есть утонение, внутренняя коррозия, вот. Ну, как бы локальные. То есть не то, что вся поверхность трубы, она корродирована, внутренняя поверхность, наружная, а локально. Источник финансирования указывает нам администрация города, так как она, администрация города, является собственником. Вот. После определения источника, то есть возможно произвести эту работу по реконструкции.